Пермском крае с 30 апреля по 10 мая был введен особый противопожарный режим. Теперь же шашлыки жарить можно, но с условием. Мангал должен располагаться не менее чем в 5 метрах. Соблюдают ли это требование соликамцы, сейчас узнаем. Как вы жарите шашлыки на даче? По всем правилам пожарной безопасности, а еще в тандыре. На решеточке барбекю, на своем мангале, на природе, около дома. У меня нет дачи, поэтому я, к сожалению, в сезон шашлыков без шашлыков. Но если меня кто-то позовет, я буду очень рада. А мы со своей девушкой по очереди жарим шашлыки. Я ей, она мне. Я ее люблю. Вот, все. Не жарю, потому что дачи у меня нет. Я шашлыки не жарю. Я их ем. А жарит мне шашлычки муж. С любовью. На специальной площадочке, на мангале, еще с огнетушителем. На всякий случай. За нарушение противопожарных правил действует штраф от 5 до 15 тысяч рублей. При возникновении пожара или нанесении легкого вреда здоровью отдыхающего штраф увеличится до 50 тысяч рублей. Ну а при более серьезном раскладе виновника ждет уголовная ответственность, сообщили в МЧС.